Новая бетонная дорога появилась на участке улицы Героев Тихоокеанцев во Владивостоке до дома номер 20. Компания подрядчика выполнила все работы по контракту и к тому же уложилась раньше первоначальных сроков. Для местных жителей отремонтированная дорога стала настоящим подарком. Когда происходит ремонт дороги, это всегда хорошо. В нашем городе это счастье, да. Конечно, гораздо лучше стало. Дорогу сделали, были вообще ямы, канавы. Сейчас все прекрасно. Вот здесь была огромная яма, здесь машины вообще не могли проехать. Но сейчас красота, мы такого не ожидали. Сейчас прямо вообще вот так вот классно, прям вот отлично сделали, молодцы. Мы очень благодарны, спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этой дороги. Специалисты отмечают, что объект очень трудный для корректировки из-за нестандартных уклонов и поворотов. Именно поэтому эксперты решили сделать дорогу бетонной. Субсидии на ремонт выделил Минтранс Приморья. В составе работ было армирование дорожного полотна и заливка бетона. На части дороги предусмотрели водоотведение, восстановили существующую сеть ливневой канализации, добавили элементы водосбора и поперечный профиль вывели для обеспечения стока воды именно водосборные системы. Подпорки, лестница, тротуар, ограждение барьерное и бетонное ограждение блоками УДБ. Отмечается, что контракт предусматривает гарантию на проведенные работы – 3 года на покрытие и 5 на само основание дороги. Всего же в этом году в Владивостоке за счет средств городского бюджета и субсидий регионального правительства, а также реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 30 участков дорог. Отметим, что на многих из них ремонт уже закончился и был принят специалистами. Анна Дьякова, новости на 8.